So you know Pokemon, the game? Yeah. Все просто как с картинки с голливудских фильмов. Малого бизнеса. Друзья, привет! Моя пятая серия получилась очень интересно. Я поучаствовал в эротическом шоу в Санта-Монике. Я практически закончил свою картину. Посмотрите и оцените мое искусство. Я начинающий художник. Ну и суперкары. Посмотришь, какие сегодня суперкары. But ladies and gentlemen, let me say, I'll go ahead, unveiling the car and enjoy. Thank you. Що ще обов'язково треба придбати туристу на згадку про Каліфорнію, які місця та туристичні пам'ятки відвідати і, звісно, скуштувати, ми запитаємо у Андрія Соломатіна, який перебуває з нами вже на прямому зв'язку із сонячної Каліфорнії. Тож, доброго ранку вам! Доброго вам раночку! Доброго ранку, країна! Говорять, що у Каліфорнії мешканці не уявляють свого життя без спорту і кожну вільну хвилину проводять в спортзалах. Чи дійсно це так? Да, это правда, и очень много спортклубов, очень много магазинов, где продается здоровое питание. Все просто как с картинки с голливудских фильмов. R8. Jorge, tell me about your car. You see, it has sand from the desert when I went to see Donut, to make donuts to the desert. It's a V8 car. It has 420 horsepower. It's a model 2014 R8 Spider, 8 cylinders, as you can see there. Mm-hmm. No turbo, no supercharged, just pure, normal, aspirated, whatever engine. And 0 to 60 in 3.8 seconds or something like that. I don't really know. Because, you know, cool. In the US it's hard to get that. Very good. I love it. It's my third R8 actually. I had a coupe, I had an old convertible, and this is the last one I have. Waiting for the new model to come out. And yeah, I'm super happy with it. It's a good car. Show me inside. I will show you. Pokemon. It's Pokemon. It's Pokemon. This is ridiculous. What the crap? This is insane. The way you play the game is it actually. So you know Pokemon, the game? Yeah. Here. Really? Yes. Oh my gosh. This is crazy. All people find Pokemon. All of them. This is insane. Yeah. So what happened? Сейчас он покажет нам. Спереди у него багажник. Yeah, go. So very small, maybe golf clubs or something. You cannot kill somebody and put it there. That's yeah. The problem. And then yeah, go inside. It's open. So go ahead. I'm going to open the roof. Это кабриолет.
И я видел, он на ходу открывает вверх. Ну, наверное, до определенной скорости его можно будет открыть. Да. Okay. Oh, thanks. Okay. Thanks. Собака, поговори со мной. Здесь сильно тихо. Не молчи. Ну что, погнали. Короче, это херня у меня получилась. Надо зарисовать вот такой вот красок. Это новое искусство, как квадрат Малевича. Эта картина будет стоить $5000. Я его еще только дорисую. Это будет бомба картина, черный квадрат Андрея Соломатина. Absolutely, let's do it. И посмотрим, как она ездит. Хорошо. Хорошо. So we do the sport. We're in neutral. Try that as well. Actually an automatic, but it's like a race car. It doesn't have parking. Mm-hmm. So you just put it in automatic and then sport, and you change with this, and then it goes manual, or you can just put in automatic and it will change itself. But it's more fun when you drive yourself. Она на автомате, но у нее нету режима парковки, и можно переключать по лепесткам и под рулем. Are you ready? Yes. Already 100 kilometers per hour. Oh my gosh. Она очень быстрая. Да, конечно, автомобиль очень классный. Это действительно настоящий спортивный автомобиль. Хорошая машина. Так что спасибо, Хорхе. Как вы думаете, выдержать такую конкуренцию при таком количестве малого бизнеса? Я думаю, что это очень тяжело. И бизнес, который построен на таких вот передвижных ногах, это уже бизнес прошлого. Короче, вот так вот в Америке закрывает машина на ключ, на местной замок. На самом деле это удобная штука, и когда ты идешь на серф, ты открываешь и закрываешь в этом боксе свою машину, свой ключ, и идешь кататься на серфе, и ты ключ не потеряешь. Друзья, пришли мы сейчас на соревнования по серфу, и оно одно из самых важных, проходит оно на Хамильтон Бич. Вот так это выглядит на общественном пляже. Это инвалиды, которые занимаются спортом. Занимаются серфом, они занимаются спортом. Они ведут полный образ жизни. Вот весь океан серфа. Сейчас я попробую поставить 4К и поснимать. Катаются сейчас на серфах, и вот такая вот группа поддержка для них. Окей. Okay. Then you take your phone. Это камера, которая снимает 360 градусов. Yeah. 360 degrees. You choose the app and it will connect. Приложение, и сейчас оно законнектится к телефону. It should connect, you see?
and 360 pictures. You do this and it will connect to the thing. It's connecting and it's going to load it. And now you will see 360. Сейчас она покажет, как она будет снимать 360 градусов эту камеру. Here it is, to live view. You see? Ooh, yeah. 360. You see sky. This is us. Look. Can zoom on us. Это мы. Here. And it will count down and it will take a picture. That's it. So you go back. The picture is here. You click here. And camera for Samsung. Yep. It connects very well with the phone. Wait. This is the picture. This is us in the picture. Wow. You see? You take everything around. You can put it on Facebook actually, and people will move the phone and it will turn around. It's very, very cool, you see? And you cannot see the camera actually, just see this green thing. You see everything, and you can zoom in, zoom out, make it like a little planet, you see? So if you're surrounded by cars, the cars would appear here. Yeah. Expensive this camera or no? $400. $400. Like a GoPro, kind of. $400. Yeah. You see? Mm-hmm. Here cool, we are. Nice. And you can put it underwater actually. Waterproofed? Waterproof to 5 meters or something like that. Yeah. Nice. Good, no problem, anytime. Next time we're going to do the Jaguar. Да, в следующий раз мы посмотрим Jaguar, который заводится с телефона. Exactly. Да, и спасибо еще раз. До свидания. До свидания. The demand for nurses with a BSN or higher is huge. No. If you're a registered nurse and want your bachelor's or a master's degree, earn it at West Coast University. Що з нами на прямому зв'язку з Золотої Каліфорнії був Андрій Соломатін, а ми крокуємо далі наш... Хто ще не підписався, підписуйся на мій канал.